Этих белокрылых красавцев вы вряд ли встретите на улицах нашего города. Они живут в специальной голубятне и требуют особого ухода. У Николая Бычихина этих пернатых порядка 50 особей. Уже 4 года он занимается разведением голубей. Как признается сам Николай, это увлечение для души, которое разделяют и его близкие. Иногда из поколения в поколение это переходит. Я так думаю, так же и у меня было, что они будут жить уже очень долго в Устюге. Апрель – месяц пополнения в голубином семействе. Из яиц вылупляются маленькие птенцы без оперения, которые за несколько недель превращаются в прекрасных птиц. Все пернатые знают своего хозяина в лицо и всегда возвращаются в родной голубятник. Дом для своих питомцев Николай построил сам и по мере увеличения их числа планирует его расширить. И пошел гонять, да? Помимо разведения птиц, есть у Николая и еще одно нестандартное хобби – чеканка сувенирных монет. Алюминий, медь, мельхиор и латунь – такие металлы использует ремесленник. В клише вставляется заготовка, один удар специальным молотком и монета готова. Главное в этом деле – приложить побольше усилий. И вот монетка готова. Ворот. Виды родного Устюга, подковы и клевер на счастье, а также дорогие сердцу голуби. И это далеко не все изображения, которые Николай может нанести на свое изделие. Хобби требует немалых финансовых затрат, и даже участие в городских праздниках и ярмарках его не окупает. Но, как говорит сам Николай, главное, что его увлечение приносит ему радость и счастье. Ангелина Батакова, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».